Так, время 8:30. Снова привет всем. Да, что-то немножко уже так тяжко, но 3 бака перебрал. Я сейчас даже это видео и для вас, и для себя сейчас шпаргалку сделаю. А, уже насчитал 1600 штук тут в бак пустил. В принципе, нормально. Там отсеиваю, и все равно там штук, наверное, 10 погибло. Я выкинул, да. Тут у меня сомик плавает, я сомику скормил. А, некоторые царапанные есть. Они, наверное, им тесно было, может, друг друга царапали. Так, сейчас я вот поймал 30 штук. Вот тут. Надо как раз взвесить, сколько, какой вес. 185 грамм сама вот эта миска весит. Так, тут у нас 427 грамм. Вот, получается 430 минус 180. Это 330, 250 грамм. 30 штук, 250 грамм. Значит, по идее, если это 10-граммовки были бы, то 300 грамм должно быть, а тут 250. Значит, они где-то 8,5 грамм. Ну да, мы так и высчитывали, нам и сказали. Где-то 8,5 грамм. И примерно 200 нам дали малька. Вот такая вот ситуация. Я до конца пересчитаю сейчас вот этот бак. И уже там ниже напишу. И вам, если интересно, почитайте, какой общий вес был всего малька. Какого числа мы его запустили. Сколько штук, сколько средний вес у него. И от этого числа будем плясать уже, если интересно, вместе с вами. По идее, мы должны его за 6 месяцев до килограмма довести. То есть полгода должен быть килограмм. Вот с этих вот, с 8 грамм килограмм должен быть. Так, все, запускаю. 30 штучек. Поплыли. Поплыли, поплыли. Красавцы. Красавцы, просто красавцы. Давайте, растите, не погибайте. Не болейте, чтобы все было хорошо с Божьей помощью. Все, поплыли. Оп, все,